Банде Гуру Падо Дандам Бхакта Пиндо Саманитам Шри Чайтанна Прабху Банде Нита Ананда Саходитам Си Нанда Нанда Нанг Банде Радхика Чарно Дайам Гопи Жано Самаюктам Бинда Ванам Манохар Панча Калпатару Вешаки Пасинду Бевача Патитананг Пабуне Бхавишна Бибьо Намо Нама Муканкароти Бачалан Пангун Ланхетгири Ятки Патаманг Банди Парамананда Мадавам Бринда Вайту Сидеб Вайпия Вайкешава Сача Шина Бхакти Паде Деви Сатта Баттвай Намо Нама Нараяна Намаскритта Наранчайва Наруттама Девин Сарасватин Васам Тато Джайо Мадира Санкиртане Кришна Катхопадеша Гаурия Патраша Пракаса Неча Садануракта Гуру Бхакти Йокта Бхакти Прамадакша Джагодварна Дхейям Сада Парибхавагна Вавишта Духам Тиртас Падам Сива Виринченутам Сараням Хитаттихам Панатопаль Бхавадипутам Банде Махапурушате Чаруна Равиндам Ятпада Паллавана Качандамани Чатай Биспуриджита Гамапикабабадуша Дарш Пурнан Врагара Сасагара Сарамурти Сарадхикама и Када Кипам Караш Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитананда Шри Адвайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитананда Сиаддхайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам 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 Харе Аджану Ламмита Бхуджау Канука Бадатам Санкиртаной Кабитару Камала Ятакшо Вишам Бару Дижа Бару Джугодхар Мупалу Банде Джагат Приякару Каруна Бхатару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам Раму Раму Харе Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сурайр Вандито Дипа Рупам Бхуктин Ча Муктин Ча Дада Синиттам Бхавану Рупенна Садана Ранам Ганга Таранга Рамани Аджата Калапам Гаури Нирантара Вибуши Табам Бхагам Нараяно Прияманонга Мада Пухарам Баранаси Пурапати Бхагави Шанатам Вагиша Джоша Бадане Лакшмир Джоша Чабакшаси Джоша Стейдай Самби Пам Нишинга Махамбаджи Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе Харе Рам Харе Рам 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 Харе
Тасайва хето праджате тако вида налабхате яд брахматам париада таллабхате дукхабад аннатахо сукхам калена сарватра гавира рангхаса. Гаурия Гоштхипати Сисила Бхакти Сидданта. Гаурия Гоштхипати Сисила Бхакти Сидханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад Парамаханса Чакадгуру сказал: мы, Гаурии, верим в Экайан Паддхати. Мы не доверяем своим собственным усилиям, то есть мы не верим в свои усилия, не верим в себя. Гаурия Гоштхипати Сисила Бхакти Сидданта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад Парамаханса Чакадгуру said that we Gauriyas Шрила Прабхупада сказал, что мы полностью полагаемся на Экайан Паддхати и не верим в свои силы. Мы полностью полагаемся на изначальный источник всего. Что означает Экайан Паддхати? Это санскритское слово, который также используется в Бенгале, означает один и единственный путь. Указывает на отсутствие других путей. Не так, то есть существует всего один путь. Нет вашего пути, вашего, его пути. Неважно, какими бы особенностями, все мы не обладали, насколько разными мы не были бы, существует лишь один путь для каждого из нас. Не думайте, что если кто-то обладает возможностью, он может создать свой собственный путь. Это не так. Мы привыкли концентрироваться на грязных, бессмысленных вещах. Это наша грязная природа. Мы не обращаем внимания на главную жизненную цель. Именно поэтому мы никак не осуществим прогресс. У нас сомнения в голове. Мы испытываем симпатию к одним и недолюбливаем других. Но Прабхупад говорит, что существует лишь один путь. Независимо от того, насколько разными не являются, насколько разными являются. То есть неважно, насколько отличаются друг от друга люди, какими бы особенностями, выдающимися особенностями вы не обладали, существует лишь один путь. И не нужно полагаться на свои собственные усилия, то есть на себя, на свои способности, возможности. На этом единственном пути нет места для ложного эго. И в действительности следовать ему непросто. Говорить о нем можно легко. Но если я попрошу вас следовать, можете вы в совершенстве сделать это? Что означает Экайан Паддхати? Полностью предаться. Гуру Падма приводил один пример в связи с этим. Знаете, что означает слово «анугатья»? Спрашивал он. Вы знаете, он указал на данду и спросил: «Ты знаешь, что это такое?» Я ответил: «Это ваша саньяса данда».
lying with the water. How long it is staying there? Как давно она стоит здесь? Столько, сколько она... То есть она стоит уже давно, как с тех пор, как вы ее поставили здесь. И он говорит, если бы я положил, она бы лежала. Я ее поставил, она стоит. Not that individual effort. Now point is that who can pass judgment, Maharaj? We cannot pass the judgment to a foolish people. Who is Vaishnava? Who is not? Who is inclined to Gopath? Who is not inclined? This kind of judgment, sensitive judgment, surely we cannot hand over into the hand of some foolish people. Мы должны полагаться и доверять тем, кто не обладает бхакти, но имеет какое-то положение в обществе, имеет деньги. В наш век деньги решают все. Образование, положение в обществе. Даже, казалось бы, в духовных собраниях таким людям уделяют особое внимание. У меня есть деньги, и все должны повиноваться мне. Это век Кали. Бессмысленно чего-то еще ждать от века Кали. Если вы ждете, то значит, это указывает на нашу глупость. Потому что век Кали только это и можно ожидать. Подобное может происходить, только такое может происходить в век Кали. If you expect, then you are in problem. You cannot expect. Expectation means you can feel grief. Oh, there are no expectation, no pain inside. Если нет ожидания, нет и боли в сердце от того, что они не оправдались. Sure. So no question of any pain. If I expect, the whole world can subscribe me, give me garland, then the question of pain comes. No expectation, no pain. Нет ожиданий, нет боли. Like Pingala Visha, the case, Bhagavan. So long as. Вспомните историю о Пингале. Историю Пингалы. Долгое время она находилась в состоянии ожидания. No expectation that day she threw out everything. Она ждала, что вот-вот появится мужчина, который сделает ее счастливой. Даст все, чего она хочет. Но наступил момент, когда она полностью отчаялась и перестала ждать. И тут же она обрела счастье. Если у меня нет никаких ожиданий, то мне не доставит, меня не расстроит пренебрежение от окружающих в мой адрес и так далее. Если у вас есть деньги, если у вас хорошее происхождение, вы из знатной семьи, хорошее образование, все общество будет выражать вам почтение. Да, даже образованным быть не обязательно. Бхактивинода Тхакур говорит, что люди
ценят тех, кто похож на них, то есть, как говорится, птицы одной стаи летают вместе. То есть люди выражают почтение себе подобным. Но таких, как я и вы, они понять не смогут. Не могут понять чаще всего таких, как я и вы. Что есть дхарма, что есть адхарма. Все зависит от денег в наши дни. And Shudraha. Shudra means very low-minded people, very low. Shudra. Шудры — это те, чей разум очень недалек. Те, кто переживает за то, что никто не выражает им почтения. То есть они все время страдают о чем-то. Они несчастливы, у них нет удовлетворения. Им все время мало. Но брахманы всегда счастливы, всегда довольны жизнью. А сердце чистого преданного можно сравнить с расцветшим лотосом, распустившимся лотосом. Его сердце всегда счастье. Give garden, honor, 5,500, already written, they could see what is going to happen. Shudraha pratikrahishanti tapavesha bhujivina. Tapavesha bhujivina, the sannyas, brahmachari ways they can take. But inside, all kama, kulpa, lupa, moma, mascha. В наше время саньясу и шафран могут принять, может принять кто угодно. Несмотря на то, что в их сердцах может быть вожделение, зависть и так далее. Таков век Кали. Адхарми, те, кто не следует дхарме, сидят на Вьясасане Веккали и читают Бхагаватам, возглавляют чтение Бхагаватам. Шудры могут принять саньясу и собирать деньги от преданных, заводить счет в банке и накапливать сбережения. Итак, адхарми, неблагочестивые люди, век Кали занимают Вьясасану. В другое время никто бы не позволил шудре занять Вьясасану. Шудры, которые вещают с Вьясасаны в наши дни, дают наставления всем, но считают, что эти наставления не касаются их. Сами они им не следуют. Прабхупад часто говорил с болью на сердце, если мы настоящие гаудия преданные, мы не должны полагаться на собственные... То есть мы никак не должны полагаться на себя, на свои какие-то хорошие качества, на свои сбережения, или что бы то ни было еще. We should not
Более того, каким бы выдающимся качеством мы не обладали, мы не должны гордиться этим. Поэтому, когда Прабхупада отправлял проповедников за границу, за пределы Бхараты, он дал замечательную глубочайшую лекцию, в которой содержались наставления. В этой лекции он предостерегал их от погони за деньгами, положением, почетом. До тех пор, пока вы не утвердитесь в следовании Гурудеву, пока вы полностью не предадитесь, пока ваше сердце не придет в полную гармонию с сердцем Гурудева, нам кажется, что все это простая философия. То есть просто философия. Рамачандра Кавирадж настолько погрузился в баджан, совершал служение в лилах Радха Говинды, что не проявлял никаких признаков жизни на протяжении целых трех дней. Все преданные обратились к Рамачандра Кавираджу, потому что он был очень близок к Гурудеву. То есть он полностью... Их сердца были едины. Сердце Гуру и сердце... сердце Шринивас Ачарья, который был в глубочайшей медитации на протяжении трех дней. И его сердце были в полной гармонии. И ученики, окружающие, забеспокоились, попросили его, не мог бы ты, пожалуйста, привести его в чувство, чтобы мы поняли, ушел он, оставил ли он тело, или он просто в медитации. Он настолько глубоко погрузился во Вриндавана Лилу, что не замечал ничего происходящего вокруг него. Радарани потеряла сережку на нос. Она упала в воду Ямуны. Все гопи искали ее. И Шринивас Ачарья был занят поисками этой сережки. Рамачандра Кавирадж также погрузился в эту лилу и увидел, как его Гурудев ищет вместе со всеми гопи эту сережку. И после того, как они нашли, они вместе вернулись в этот мир, вернулись в сознание. Однажды Наротам Дас Такур сильно отругал Рамачандра Кавираджа. Он даже побил его палкой. «Зачем ты ушел? Почему ты вернулся домой?» «Потому что мой Гурудев сказал сделать так». И после этого, после того, как Наротам Дас Такур наказал его, отпечатки от побоев отпечатались на
следы от побоев остались на спине Шринивасачари. То же самое, что произошло с Харидасом Такуром и Махапрабху, когда Харидаса Такура избивали на базарных площадях, следы от побоев остались на спине Махапрабху. Это говорит о том, что они достигли такой степени единства, когда их тела практически не отличны друг от друга. В жизни моего Гуру Махараджа происходили удивительные вещи. Когда он был юным, он забыл накрыть божество одеялом в холодное время года. И ночью он не мог уснуть, то есть ему было очень холодно, несмотря на то, что он лежал под одеялом. Это говорит о том, что он уже в эти годы был, ощущал такое единство с Господом, с Божеством, которому поклонялся, что испытывал то, что чувствует Божество на себе. И позднее в его жизни много происходило подобных случаев, и позднее, когда что-то происходило в алтарной неподобающим образом, он прекрасно знал об этом. Наставление Чайтаньи Махапрабху нельзя забывать ни при каких условиях. Где бы вы ни оказались, вас могут почитать, вы не должны забывать. Вас могут презирать, подвергать гонениям, точно так же не должны забывать о его наставлениях. Шрила Бхуна Госвами Махарадж отправился на проповедь в западные страны, не взяв ни копейки у Прабхупады. И все, что все пожертвования, которые он получал, он отправлял Гаудия Матху. То есть настолько... Послушайте их Харикатху. Очень легко сможете понять их стандарты, их возвышенность. То есть, на самом деле, стандарты Харикатхи, уровень Харикатхи легко покажет уровень бхакти у саду. То есть, по Харикатхе можно увидеть саду. Во Вриндаван-дхаме Сакхи и Манджари не обладают никакой независимостью. То есть они не независимы, они полностью полагаются на Радхарани. Что бы они ни делали, какое бы служение они ни совершали, они осуществляют его под руководством Шримати Радхарани. Или под руководством Лалита Сакхи. Или Ананга Манджари. Но смысл в том, что они находятся под руководством. Как предположим, в какой-то большой организации, на заводе или где-то еще, есть директор и есть представители директора. То есть каждого, то есть директор называет, назначает своих представителей в разных отраслях. То есть один ответственен за одну составляющую бизнеса, другой за другую, третью. Если вы не находитесь в линии Бхактисиддханта Сарасвати Такура Прабхупады, вы не сможете достигнуть успеха. Даже если вы уже достигли больших высот, вы не достигли успеха. И в действительности я могу принести, дать кому-то благо, только если я вначале получу его. Шлока, с которой сегодня начал, очень важна. Таллабхати дукхават аннатаха сукхам
Калина сарватра гавира ранаса. Тасайва хета прадятета ковида. Those who are really intelligent, they are trying to get that absolute object. По-настоящему разумные люди стараются достигнуть высшее благо, достигнуть самую высшую цель. Лишь мудрые, разумные люди стремятся к высшему благу. Скитаясь по 14 мирам, по 14 планетарным системам, невозможно обрести высшее благо. То есть невозможно, имеется в виду, в этих мирах нет вечного блага. Вы не сможете его получить ни при помощи денег, ни при помощи своих способностей. Лишь Бхагавата Дхарма, Кришна Према решит все проблемы живого существа. Кришнадас Гарашгасвами, Прабхупад говорит, объясняет эту шлоку. Если вас поместить, если отправить вас в космос, вы ощутите одиночество, беспомощность. Ощутите то, насколько вы малы и насколько велик космос, он бесконечен. Повторяйте Харинам и постарайтесь размышлять о бесконечной сварупе Бхагавана и в то же время о Кришна-сварупе Бхагавана. Бхагаватам говорится, если вы не будете задумываться о бесконечной сварупе Бхагавана, вы не сможете осознать свое ничтожное положение. А это необходимо понять прежде всего для того, чтобы прогрессировать в бхаджане. Когда к вам придет такое понимание, вы поймете, что вы нуждаетесь в поддержке, вы нуждаетесь в покровительстве. И наша единственная поддержка, тот, кто может защитить нас от всего, это Бхагаван. То есть прежде всего нужно понять, насколько мы малы, крошечные, беспомощные, что нас окружает бесконечная сварупа Бхагавана. Но в то же время мы должны помнить о Кришна-сварупе Бхагавана. Когда Арджуна увидел Вишварупу Бхагавана, его руки затряслись, и он в глубочайшем смирении, он просил, пожалуйста, прекрати, я больше не хочу видеть это. Я не хочу больше видеть это, пожалуйста, прекрати. У нас нет осознания, понимания этого. Вот в этом вся проблема. Мы слушаем, но не понимаем. Если бы у нас была Юкта Вайрагья, мы стали бы очень разумны. Я вам это обещаю. Как только вы достигнете Юкта Вайрагья, то вы станете очень разумными и станете гораздо глубже понимать вещи. Брахманда Брамите Гуно Бхагаван Джив, Гуру Кришна Прасаде Пай Бхакти Бхагава. So rare case. Infinity Jivatma. Infinity. Who can count? Who can count? Infinity. Traveling all around. Like dust particles.
and by chance, if they can come in touch with one pure Guru Vaishnava, that is a rare opportunity, most rare opportunity. Этот мир наполнен бесчисленными дживатмами, но лишь единицы могут встать на путь к Господу. Посмотрите, сколько людей приезжает из-за границы послушать харикатху. Это вопрос удачи дживатмы. Многие могли бы приехать, но они не делают этого. Даже в Индии тысячи людей, миллионы. У них есть возможность посетить Рамешварам, Шриранганам, Дваракадиша, Кришну, Айодхью, Матхуру, Вриндаван, Аллахабад, Бадринараян. То есть не каждый посещает даже эти святые места. Всего небольшое количество людей. Just that day, our Oviram Guru told our member, the main member, he told Maharaj, from my office, my boss forcefully take me to South India, fly, to see. Один преданный рассказывал мне, что меня от... He is Vaishnava, he is not taking anything outside, but they three or four members drinking wine. Офиса отправили в Шрирангам. То есть вместе с коллегами они поехали туда. Еще было трое помимо него. Он преданный, он следует всему, ничего, то есть не ест ничего приготовленного материалистами, но эти трое всю ночь пили в Святой Дхаме. А утром они проснулись и пошли на даршан к Ранганатху. Но настроение, естественно, их настроение это такое, что Ранганат является объектом их наслаждения. Пойду посмотрю, насколько красиво божество. Но Ранганат не объект наслаждения. Наша Гуру Варга часто говорит, что если вы придете в дом так называемого преданного, то есть преданного, который лицемерно ставит тело, но таков не является, где-нибудь в зале у него будет висеть картина с Расалилой. Рядышком картина Кальянага. В спальне будет висеть картина, на которой будет изображен Рамачандра или что-нибудь подобное. И, глядя на него, можно подумать, великий преданный во всем своем доме разместил изображение лил Господа. Даже в комнате он спит и смотрит на Господа, на Падманабху. Лежит и смотрит. Наша Гуру Варга объясняет, что если вы подобное увидите, вы должны понять, что картины по всему дому развешаны не потому, что, то есть картины, изображающие игры Господа, не потому, что он великий преданный, а потому что он наслаждается этими играми, то есть наслаждается этими картинами. Ему нравится попивать кофеек и глядеть на эту картину, любоваться ей. То есть эта картина выступает объектом его наслаждений. Объектом для наслаждения, для его наслаждения. I'm bound to take the help of Guru Varga. They are my Guru Varga. One in assembly. К примеру, один случай из жизни Санты Госвами Махараджа. There was an outside of honorable guests they come. One professor, he is Mayavadi. Было большое собрание, куда были приглашены уважаемые люди,
И один из присутствующих был профессором Майявады. Когда все закончили, Санта Госвами Махарадж начал говорить. Он хотел, то есть прежде говорили о Нирвишешаваде, он хотел показать ошибочность этой теории и показать всем превосходство бхакти. Он начал свою речь, обращаясь к профессору, который говорил прежде него, и говорил о превосходстве Майявады. Вы сказали, что вы Брахма, да? И вы только что сказали, да, да, я есть Брахма. Тогда Санта Госвами Махарадж взял свою данду и помчался, замахнулся на этого профессора. Тот в ужасе отстранился от него. То есть он очень профессор сильно испугался, и тогда Санта Госвами Махарадж сказал: «Ну вы же Брахман, где же ваше вечное спокойствие?» То есть таким образом он наглядно показал несовершенство самой теории и несовершенство этого профессора. Вы говорите, что вы Брахма, но Брахма является нирвикара. Так чего же вы боитесь? Вы говорите, что вы Брахма, я Брахма, моя данда Брахма. А что ж вы так испугались? Это говорит о том, что вы говорили то, что вы прочитали и запомнили, выучили. Это говорит о том, что вы, говоря, не основывались на свои собственные осознания. Предположим, сюда пробралась змея. Opa speaking in Chaitanya. There is broken all around garden, a jungle. Прабхупад рассказывал, когда в Майпуре, в Адимадхе шла Харикатха. Слева сидели мужчины, или наоборот, слева, с одной стороны сидели мужчины, с другой стороны женщины. И слушали Харикатху. Внезапно змея из леса, из джунглей, из кустов забралась на... забралась в храм, где сидели преданные, и начала шипеть на Прабхупаду. Преданные всполошились, но Прабхупад сказал: «Не переживайте, каждый садитесь на свое место». Она просто пришла, чтобы послушать Харикатху. Обычный случай. То есть вы представьте, вот сейчас рядом с вами окажется змея. Вы подскочите от страха, так ведь? Как недавно пришли... преданные что-то мыть, увидели змею, закричали: «Махарадж, там змея!» Прямо выбежали. А там малюсенькая-малюсенькая змейка. Так вот, теперь представьте, если бы перед вами был Калиянаг, что бы вы чувствовали? Таким образом, это показывает, что люди, которые размещают эти картины в своих домах, до конца не понимают то настроение лилы, которое отражено на картине. Such harmonize such a way and organize in such a way that you can get maximum most result. You need not speak. Why you can see?
When Popa can discover that my this disciple can realize everything without speaking, why should speak? Without speaking, can do everything. He can realize. Then no need of speaking. Необходимо достичь такого уровня, когда Гуру Падпадма не придется говорить нам, чтобы то ни было, давать нам наставления. Нужно достигнуть уровня, когда мы, когда наше сердце станет единым с Его, и благодаря этому мы сможем четко понимать желание сердца Шри Гуру. Итак, мы остановились на том, что Удава Махарадж хочет узнать, как достигнуть совершенства самым простым, быстрым путем. Майя может прийти в жизнь каждого. В жизни того, кто на 90% достиг освобождения. Часто случалось так, что, казалось бы, преданные ученики Прабхупады возвращались под влияние майя, возвращались в майю. Однажды в 4 утра, в 4:30, Прабхупада повторял в своем баджан-кутире внезапно. Он выбежал из своей комнаты и побежал в мандир к божествам. И без спроса, никому ничего не сказав, он вошел в храмовую комнату, зашел к божествам. Все были в шоке. Он достал письмо, которое было спрятано под лотосными стопами Гауранги Махапрабху. Это было, это письмо, это была любовная записка Брамачари. Он вышел и обратился к этому Брамачари, сказал: «Убирайся отсюда». Да, можно, то есть простительно какая-то слабость. Если вы сталкиваетесь со слабостью и переходите к своему духовному учителю и честно признаетесь, это может быть, то есть вы достойны прощения. Но это, то, что сделал этот брамачари, было оскорблением. Он притворялся, он не признавался. Итак, майя может прийти в жизнь, ворваться в жизнь преданного. Майя приходит в жизнь самосознавших себя личностей. Сила Бхакти Лита Мадхава, Госвами Махарадж, Сила Бхакти Хридубон, Госвами Махарадж и других. Но в чем разница между ними и нами? Они четко понимают, что это майя, и они не подпускают ее к себе. Но обусловленная душа не может разграничить, не может опознать ее. Инициация и брахманический, и получение брахманического шнура — это разные вещи. То есть это инициация третья по счету самскары после рождения человека, а получение брахманического шнура только вторая. Итак, мы говорили о том, как принять прибежище садгуру. Если вы сможете сделать это, у вас не останется проблем. Но вопрос встает, что делать тем, кто предаться не может? Что означает саттвика шастра? And also water, I already told water. Children, I also already told how to get
Я говорил о том, как зачинать благочестивое потомство, и в связи с этим есть много предписаний. Об этом есть много предписаний в Ведах. Веды дают нам полное описание всего, что касается жизни человека. Также мы читали о том, что не нужно жить там, где нет возможности получить даршан саду, нет храма. Такое место не подходит для жизни. Конечно, тут речь не идет о чистых преданных. Чистый преданный может жить где угодно, в любой стране или в лесу. И всюду он будет непрестанно служить Господу. Место, где не происходит, не проводятся яги, где не декламируются ведические гимны, не подходит для жизни. Вспомните, я рассказывал про Вриндаван, когда я поклонялся Дауджи Махараджу. Проводил арати и служил Гурудеву. Я никогда не готовил Гурудеву, не стирал его одежду. Мне не давали возможности сделать это. То есть у меня не было возможности делать это. Но я дежурил в его комнате ночью, помогал ему среди ночи вставать в туалет и так далее. Так вот, я имел возможность наблюдать необычайную чистоту своего Гуру Махараджа. Среди холодной зимы он, то есть он всегда принимал омовение. Всегда, то есть он поддерживал высочайшие стандарты чистоты, даже когда ему было уже много лет. Когда, то есть он в холодной водой обливался с утра, принимал омовение. В то время не было водонагревателей и так далее. Так вот, там, где нет гуру вайшнавов, там, где нет храмов, там, где нет священных мест, жить бессмысленно. Там, где не проводятся яги. Итак, место, где вы живете, должно быть в сатве, сатвично. Как я вам говорил, вставать нужно в 3, 3.30, ложиться пораньше. Если послушаетесь меня, всех наставлений, которые я рекомендую, всех стандартов, которые я рекомендую, вы за месяц, в течение месяца вы будете их выполнять, вы почувствуете разницу, почувствуете, насколько вы стали сильнее, насколько изменяется ваше сердце. Рано утром повторять гайтри. Для чего мы повторяем гайтри? Во время гайтри мы... То есть, когда мы повторяем гайтри, мы должны быть сфокусированы на... Наш ум должен быть сфокусирован. Не думать, о чем попало. Нужно понять, что когда мы повторяем гайтри, мы должны быть сосредоточены так же, как в момент смерти.
Дикша означает... То есть, в действительности, посвящение не просто получить, услышать мантру. Духовный учитель должен объяснить значение каждой мантры. И то, для чего вы повторяете ее. То есть необходимо в деталях знать все правила, касаемые дикши. Все правила, которые необходимо, все стандарты, которые необходимо поддерживать после получения дикши. Your heart can feel some attraction. First of all, you can accept your guru from mind. Then after that, the question of accepting diksha. But it doesn't just. Прежде всего необходимо хотя бы в уме принять Шри Гуру, то есть необходимо увидеть и вдохновиться им, то есть прежде всего необходимо наблюдать за Гуру, обрести веру в него. Every day Guru Maharaj from office, Port Trust office. Мой Гуру Махарадж, каждый, то есть до того, как он получил посвящение, он из одного конца города в другой ежедневно ездил после работы на Харикатху к Шри Прабхупаде. Однажды в его ботинок забрался скорпион. Когда он одевал его, одел ботинок, скорпион укусил его. Как известно, укус скорпиона... Когда кусает скорпиона, очень больно, очень болезненное ощущение. Но он, не обращая внимания, несмотря на то, что даже цвет его лица изменился, такая сильная боль, он пошел на Харикатху и все Харикатху внимательно слушал. Будь то ливень, землетрясение, что бы то ни было, мы должны идти на Харикатху. Харикатха прежде всего. We can show non-cooperation with Gauriyama. Then information came to Baba. Baba speaking, you go on speaking Harikatha. You go on speaking Harikatha by drinking the water of Buri Ganga. That river water, nobody can check you. You can go and drink and go on speaking. Let me see Gauranga is there or not. Let me see Nityananda is there or not. I like to see. You go. You can drink water from Buri Ganga. Nobody can check. You can drink and speak. How a miracle. Within short period, all people break their previous restrictions. Однажды общество восстало против Гаудия Матха и хотело запретить его деятельность, запретить давать пожертвования им. Тогда Прабхупада сказал своим ученикам: идите, принесите воды с гори Ганги и начните говорить Харикатху. Начните Харикатху, говорить Харикатху. И... спустя какое-то короткое время настроение общества полностью переменилось, и все ограничения, которые хотели наложить, были полностью сняты. Итак, те, кто совершает баджан и принимает полное прибежище Господа, находятся под полной его защитой. Необходима сильнейшая вера в Шри Гуру. Однажды в моей жизни произошло кое-что. Ежедневно я обходил Говардхан молча. Я один.
совершал парикраму, повторял харинам. Однажды я встретил возвышенного преданного. Так вот, то есть если мы встретим чисто возвышенного преданного, мы должны говорить, и мы можем прервать обет молчания во время парикрамы. Так вот, однажды я шел по парикрамной дороге, совершал парикраму. И встретил юношу, который долгое время слушал мою харикатху и следовал всем правилам, предписаниям. Он из очень хорошей семьи. Он жил в храме Кунджи-Бихари. Не сейчас, это было давно. Внезапно он начал плакать. И сказал, он сказал мне: «Махарадж, думаю, вы можете спасти меня». Он четко не сказал, что случилось. Проблема была в том, что его духовный учитель, у него был духовный учитель, который, возможно, пал или какие-то неприятности были. Он сказал: «Я думаю, что вы можете мне помочь». И я сказал ему: «Сын мой, если ты думаешь, что я могу тебе помочь, защитить тебя, не сомневайся, что ты находишься под моей защитой. И не о чем тебе плакать. Если у тебя есть стопроцентная вера, то так оно и есть». То есть суть в все дело в вере. Есть стопроцентная вера, есть и стопроцентная защита. Если мы... Джаганнатдас Бабаджи Махарадж сказал, что если вы будете повторять харинам или аник, и аник в подобающее время, в должное время, нужно как можно больше молчать. Нужно говорить как можно меньше. Вспомните, в храме Гамбира, когда происходило Гундича Марджанам, никто не разговаривал, все обращались друг к другу при помощи слов Хари Кришна. Чайтанья-чаритамрите, то есть описывается, что при помощи жестов, при помощи Хари Кришны, и так с 7, хотя бы до 7 или до 8, не нужно говорить с утра. Не болтайте с утра. То есть часто, когда мы говорим, в этом нет большой необходимости, мы просто расходуем свою энергию и время. Итак, очень важно делать все в правильное время. Вставать рано утром, повторять гайтри. Второе нужно, второе гайтри повторять в обед, 12:30-12, и затем вечером. Если вы будете точно так же харинам повторять, если вы с концентрацией будете повторять харинам, очень быстро вы сможете достигнуть прогресса. Сможете ощутить разницу. Шандха-вандан-ади, нитто-наймиттик-карма,
He should do it with full perfection, full attention, full purity. Свою нитья-наймитика карму, то есть вечные свои обязанности, необходимо совершать в чистоте. Нужно поддерживать как внешнюю чистоту, так и внутреннюю. Это два важных фактора. И только тогда, когда вы достигнете возвышенного уровня, вы можете меньше внимания обращать на внешнюю чистоту. Как в случае, вспомните, с Мадхвендрой Пурипадой, он говорит, что мне некогда принимать омовение. Поскольку он постоянно занят преданным служением. Но тут речь идет о возвышенном преданном, не касается нас. Если мы не Сидда Махатмы, мы не можем отказываться от соблюдения чистоты. Это опасно. Я видел, как многие преданные, даже саньяси, не принимает омовение. Говорят, некогда сегодня. О, простите, не повторяют аник. Сегодня нет времени. Один брамачари ко мне как-то обратился. Махарадж, это обязательно каждый день повторять аник? Я сказал, ты что говоришь такое? Конечно, это обязательно. Я часто повторяю, что нет смысла в строительстве храмов, новых храмов. Нужно сосредоточиться на том, то есть нужно, во-первых, самому следовать всему должным образом и помогать другим, сделать так, чтобы в этом мире и дальше были преданные, которые с энтузиазмом бы следовали всем правильным предписаниям шастр. So, you see, it is written that this kal karma, karma mean actually nikto no nikto karma, that also with full perfection. Janma, you are taking birth. Janma mean here not that only taking birth from the womb of mother. Mother, we are coming from mother, okay, it's a must. But that is called first birth. Second birth. Когда мы приняли рождение из лона своей матери, это первое рождение. Второе рождение — это получение брахманического шнура. Но, и получение гайтри. Но это не только получение, формальное получение мантры. Это начало вашего пути к освобождению. He invited me in Rajasthan. Однажды один саду пригласил меня в Раджастане в гости. У него 4 лакха коров. Он мне написал письмо, сказал, что я прочел ваши книги, мне очень нравится. Пожалуйста, приезжайте на ягью, которую я устраиваю. То есть смысл в том, что этот саду повторяет какое-то неимоверное количество гайтри мантр в день. Но я не говорю, что нам это нужно делать, потому что именно Кришна Харинам даст нам Маха-мантра, даст нам прему, даст нам бхакти, прему. Итак, второе рождение — это принятие, получение брахманического шнура. Третье рождение — это принятие прибежища лотосных стоп садгуру.
И подготовление к тому, чтобы успешно оставить этот материальный мир. И в Кали большинство из людей неправильно, то есть не следует предписаниям шастр в отношении рождения. То есть самскар, который необходимо проводить на протяжении жизни. Также в шастре говорится о медитации. Преданные медитируют с открытыми глазами. Шримати Радхарани также медитируют с открытыми глазами. Что подразумевается под медитацией? Открывая с открытыми глаза, преданные наблюдают лотосные стопы Вишну. Их даршан безостановочен, он не прекращается. Что бы ни делал преданный, он перед ним постоянно лотосные стопы Шри Вишну. Ест, он спит, идет куда-то, это не имеет значения. Он беспрерывно сосредоточен на Шри Вишну. Именно об этом состоянии говорится в этой мантре. Гопи не нужно медитировать, чтобы увидеть Шри Кришну. Точно так же мы должны медитировать на лотосные стопы Шри Вишну. So meditation, okay, mantra. If you are not getting any mantra as yet, then what mantra you can do? So, different commentator can write different. But we Gaudiyas, we can think. Комментаторы пишут разные. Но мы Гауди говорим. Даже если нет инициации, можно повторять Махамантру. Махамантра для каждого. Но когда я получаю Махамантру от Гурудева, она становится, она обретает особую силу. Но все равно, даже сейчас я могу повторять Харинам. Нет никаких ограничений в отношении того, кто может повторять Харинам. Абсолютно каждый. According to the Siddhanta Vijaya Guru Bhargava, I can suggest you, if you are not initiated, at least you can go on doing mahamantra. It's more practical. But some commentator speaking about follow this mantra, Ekakar Brahma Mantra. But Ekakar Brahma Mantra everybody cannot do. They have no right. They have no right to pronounce this. Не каждый имеет право произносить Брахма-мантру. Брахма-мантру, она очень могущественна. В соответствии... То есть мы, как Гауди Вайшнавы, подчеркиваем значимость Махамантры и объясняем, что Махамантру можно повторять при любых обстоятельствах. Она самая могущественная, что есть в этом мире. И не только в этом. After the so many sanskar, finally going to end point, final sanskar. That is called when you dead sanskar. So 10 sanskar. So we can think about it, what sanskar we can do. So this way, mantra and sanskar, our sanskar has some importance. When we are taking mantra, sanskar, going to speak so many things. By the help of sanskar, we can tap, pundarik, tilak, so many things sanskar. We are getting, and those who are going to get kaupin, it is also sanskar, sanna sanskar, mastak mundan and everything. And to take this kaupin, everything outside Bhairava, also different. Sannyas is also sanskar. Существует разные виды санскар. Okay. Today I like to stop here. На этом я должен остановиться.
Тасаива хета прадьяте тако вриду, налаббате яд браматам париаду, таллаббате дуккабат аннато сукам, калена сарватра гавир рангаса, ванчакалбадрасикра, патитанан памани бхо, вашнабхьо.